В Иркутской области полицейские установили причастность 20-летнего студента к совершению 7 эпизодов преступления. Как выяснили оперативники, молодой человек разыгрывал классическую схему. Родственникам звонили от лица якобы пострадавшего человека, который попал в ДТП, и ему нужно откупиться. По договоренности деньги, как правило, пожилые люди должны были завернуть в полотенце и передать таксисту. Зазвонил домашний телефон, я взяла. В телефоне я услышала плач дочери. Почему-то голос вот похож на нее. Я поэтому еще как была вообще в шоке. Говорит, мама, ты только не волнуйся. Я попала в ДТП. По моей вине сильно пострадала девушка-водитель. Только передайте деньги и скажите, что передайте моей дочери вещи. Не деньги, деньги вообще, ну, чтобы не знал бы. Таким образом, мошенники заработали более 1 000 000 рублей. 20-летнему студенту, который исполнял роль таксиста, грозит до 6 лет лишения свободы. Наказание определит суд.